Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Вячеслав Викторович Рафинов. Здравствуйте! Добрый день! Итак, а как на сегодняшний день обстоят дела с выплатами алиментов в республике? Сколько отцов, а может быть и матерей, обязуются выплачивать алименты своим несовершеннолетним детям? Когда родители разводятся, живут отдельно, и чаще всего это отцы не содержат своих детей материально, это плохо, и в таких случаях матери чаще всего вынуждены обратиться в суд за назначением алиментов. Таких случаев у нас в республике вот в первом полугодии 2014 года более 11 тысяч случаев, когда службой судебных приставов заведены судебные производства на взыскание алиментов с того родителя, который не содержит своего ребенка. Ну, из них, из этих 11 тысяч, более 8,5 тысяч этих производств, они перешли с прошлого года. Значит, можно сказать, этот вопрос, вот он относительно хронический, он постоянно приходится работать. Говоря об алиментах, мне хочется сказать, люди, взрослые люди, они должны и обязаны содержать, обязаны, согласно закону Семейного кодекса Российской Федерации, содержать своих детей. Мы каждой весной, каждым летом видим, как красиво птицы кормят своих птенцов. А почему-то вот мы люди, взрослые, среди нас есть взрослые, я еще раз скажу, это прежде всего отцы, но встречаются и мамы, которые после развода или они просто вместе не жили и не живут, но являются родителем, не выплачивают алименты. Прожиточный минимум у нас на сегодня на жизнь, на содержание ребенка, прожиточный минимум в республике на ребенка составляет около 6,5 тысяч рублей. Это значит, ежемесячно на текущую жизнь ребенка нужно тратить не менее 6,5 тысяч рублей. А учитывая то, что не все мамы чаще всего до 3 лет иногда не работают, а ребенок нуждается в материальном содержании, я думаю, все отцы и матери, те, которые должны платить алименты, должны выплачивать. Но вот в тех случаях, когда имеется неуплата алиментов в течение нескольких месяцев, тогда судебные приставы занимаются этими должниками, заводят на них уголовные дела. Если они до этого не исправляются в результате работы с ними, то уже принимается, согласно действующим закону, им наказание. Вот как раз о таких случаях. В июне этого года житель Чебоксарского района получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 месяц и 23 дня за злостное уклонение от уплаты алиментов. Такие случаи происходят из года в год. И почему отцов не пугает уголовная ответственность? К сожалению, это, вот, наверное, безответственность отцов. Их нелюбовь к своим детям, к своей супруге бывшей. Значит, наказание, конечно, наверное, изолирование в исправительной колонии не лучший вариант, но если, я не думаю, что его сразу взяли да отправили в колонию, но если он не исправляется предыдущей работой с ним, предыдущими разговорами, убеждениями, принуждением, если он не исправляется, то, наверное, человек должен нести и наказание. Это, наверное, связано с этим. Согласно действующего законодательства, согласно Семейного кодекса Российской Федерации, сегодня размер алимента на одного ребенка – это 25% от заработка родителя, который должен платить алименты, а на двух детей – это 30%, на трех детей – 50% и больше. Еще стоит вопрос о признании, вот кого признавать злостным неплательщиком. До сегодняшнего дня это вот так четко не определено законодательство, и много зависит от того, как требует от этого мама, которая осталась с ребенком, или судебные приставы. Но вот есть законопроект, который будет узаконен, если он будет принят. Если человек, который должен платить алименты, не платит алименты в течение
трех месяцев, то он уже будет признаваться злостным неплательщиком алиментов. И говоря вот о размере алимента на ребенка, хочется сказать, иногда работодатели, главные бухгалтера, которые выдают справку о размере заработной платы алименщика, указывают заранее недостоверные цифры, уменьшают цифры алимента. И ребенок получает алимент, ну, 1/4 часть от минимального размера заработной платы. Или еще ниже, это 1000 рублей и больше. А иногда бывает и менее 1000 рублей. Это что? Мы говорим, как его соотнести с прожиточным минимумом на ребенка? В таких случаях мы вместе с судебными приставами инициируем проверку, чаще всего это прокурорскую проверку, бухгалтерии того или иного предприятия. И у нас не один случай, когда выявляется, что бухгалтерия выдавала заранее недостоверные сведения о заработной плате человека, который должен платить алименты. И поэтому я обращаюсь к работодателям, главным бухгалтерам. Не забывайте вы, у человека, который должен платить алименты, есть у него дети, и эти дети должны достойно содержаться. Ну, вот. В частности, вот по нескольким случаям проверок были наказаны бухгалтера и руководители тех предприятий, которые заранее давали недостоверные сведения о заработной плате. Ну, такая ситуация. Распалась семья. То есть один из супругов остался с детьми, а второй не желает оказывать материальную поддержку. Скажите, как поступать в таком случае и куда в первую очередь обращаться? Ну, в первую очередь нужно обращаться, наверное, если он уходит от содержания ребенка, нужно обращаться в суд с иском на взыскание алиментов. И решение о взыскании алиментов принимает суд. И этот вопрос нужно сразу же ставить при разводе. Значит, когда разводится, значит, или должно быть добровольное соглашение между родителями, лучше всего, если это соглашение заверено нотариально, о том, что второй родитель будет выплачивать алименты. Такое соглашение может быть и добровольно, не обязательно судебное решение. Но если он добровольно не выплачивает алименты, то тогда приходится обращаться в суд. Даже лишение родительских прав не освобождает родителей от материального содержания своих детей. Если дети, родители, лишенных родительских прав, оказываются в приемных семьях под опекой, или они оказываются в детских домах или домах ребенка, родители, и хотя они и лишены родительских прав, они все равно материально должны содержать своих детей. Значит, они должны выплачивать вот алименты в тех же размерах. А могут ли дети, родители которых должны выплачивать алименты, но не делают этого, рассчитывать на помощь государства? Помощь государства, тут прежде всего родители, те, кто должны выплачивать алименты, иногда не работают. Это нередко очень бывает. Во-первых, нужно трудоустраивать этих людей. Наверное, трудоустраивать в первую очередь. Этим занимаются центры занятости, службы занятости. Идет обсуждение вопроса, и законопроект в Государственной Думе тоже есть, о том, что единый государственный алиментный фонд должен быть. И вот дети не должны страдать из-за недобросовестных родителей, которые не выплачивают алименты. Алименты должны выплачиваться вот согласно этого законопроекта из единого алиментного фонда государства. А уже государство взыскивает в этот фонд с этих нерадивых родителей деньги уже в алиментный фонд. Те родители, которые должны платить алименты, будут свои средства выплачивать вот в единый государственный алиментный фонд. Но этот вопрос пока законодательно не решен. Если этот вопрос будет решен, то у нас обиженных материально детей вот будет, я считаю, меньше. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» был уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Рафинов Вячеслав Викторович. До свидания.